Итак, господа, вот так вот выглядит небольшое ПВГ. Ставьте, значит, лайк, если у вас то же самое, как у меня, потому что я все время забываю этих подушек. У меня их дома склад, я не знаю, сколько их, ну, точно больше 10. Но каждый новый полет я покупаю новую подушку и потом забываю взять ее с собой. Вот такая вот беда. Ну, как обычно, Тесла плюс Флорида — это как бы не самое лучшее сочетание, но тем не менее. Беда ждет. Да. И вот это хоть уже не эска, а трешка, как бы, но все равно легче не становится. Интересное, значит, место, смотрите. Ну, явно там маньяк тебя убьет. А на самом деле это парк. Нельзя туда на великах ездить, нельзя ловить рыбу. Ну, я бы сэкономил бы здесь ловить рыбу. Это я захожу в парк, чтобы вы понимали. Интересный парк. Прям полное ощущение, что тебя сейчас кто-нибудь сожрет. Блядь, сыкать, но нет, все, пожалуй, я закончил в парке гулять. Пойду обратно.